Всем привет! Давайте рассмотрим на Pinnacle Dots 2, почему некоторые компоненты у нее не работают и не устанавливаются, потом на экране появляются темные стрелочки, ну короче, не получается, все корежит видеозапись, ну я имею в виду в экспорте. Вот, как я только не пытался на десятке делать, ничего не получалось. И самое главное, что контакт, самое важное, контакт, сюда половина программ не устанавливается. Что я сделал? Я скачал десятку 15-го года. И в смысле в том, что когда, по-моему, с 14 или с 15-го, как бы, по-моему, 15-я или 14-я версия Pinnacle, они создавались на Windows 7. Вот. А интерфейс только 22 сделали 18-го года. И смысл в том, что они то ли не доработали, то ли что-то не то сделали, скорее всего, что вот начинаешь на десятку ставить, но свежего года 19-го или 18-го года, 17-го года, она не устанавливается, какие-то компоненты сюда. Ну и, естественно, настроение падает. А вот дальше я вернусь. Вот установил я 15-го года, как бы семерка еще и там была, ну как бы присутствовала в этой 15-го года десятке, была как бы не испорчена. Ну я туда, в принципе, которые компоненты у меня не устанавливались, я все установил, все, которые надо было, все программы. Потом, естественно, я проверил, чтобы здесь они как бы работали. Вот, сами видите, все установилось у меня. Вот, все установились, все программки, все работают. Да, естественно, они у вас, может быть, есть, но они не работают. Вот, а здесь у меня сейчас, по крайней мере, все работают. А потом титры все, которые, ну, по крайней мере, тоже они были 18-го года 3D сделаны. Вот. Вот эти вот. Ну, потом я просто-напросто обновил все полностью. И которые недостающие компоненты, они были не установлены у меня. Я установил вот бонус контакт, например. Вот это не устанавливалось. Я установил. Вот это я установил потом после этого. Ну и в принципе все, что вот это есть, я дальше устанавливал уже вручную, добивал. Вот, они у меня, кстати, бывало, что неправильная запись там появляется. Вот, когда будете устанавливать, например, устанавливать, когда будете, потом вы будете дальше делать, они находятся вот в общей, блядь, вот документы. Здесь будет у вас вот, Pinnacle 22 должно быть. То же самое, не 22, а когда компоненты устанавливаешь, у вас будет 22, здесь 20 написано, потому что они все 20-го года компоненты. А не 20-го года, а студия 20. Потом просто переписать надо, и некоторые компоненты просто ВКонтакте с папки в папку сюда как-то скопировать и полностью поставить, в принципе. Потом что, самое главное, в переходах был косяк кое-какой, что вот здесь, как я говорил, стрелочка вот здесь вот, кругляшок, ну и портило все. Получил, в принципе, можно сделать вот внутренний переход, как бы прозрачный делается здесь. Вот, видите, вот, прозрачный. А вот она, в принципе, нормально работает. А потом просто сверху уберете, накладываете то же самое. Вот. Раз, все хорошо получилось. И все сразу на свои места стоит, и все нормально получается. А потом панели управления надо, естественно, вот здесь вот настроить обратное ускорение, Intel сделать. Или не Intel, или CUDA поставить. Смотря какая там у вас видеокарта, или какой процессор. Если что-то у вас может не получаться, пробуйте ставить галочку сюда, применять и все остальное. И у вас, в принципе,
должно получиться. И самое главное в экспорте, чтобы у вас все хорошо, как бы, ну, не сильно мутно, как бы все не так сильно было. Это у меня маленько при записи. А вот здесь самое главное настраивать надо лучшее качество, потом. Так, сейчас мы сделаем проще, чтобы не автоматически было, а вот здесь вот по кадрам здесь надо поставить 48, чем больше, тем лучше, естественно, стерео моно, 8-16 бит, естественно, и скорость 112. Ну, в принципе, вот здесь вот так настроили, посмотрели, кодировать весь фильм не надо смотреть. Ну и потом, когда настройки сделали, ставите лучшее качество. Ну и естественно визуал, ну это, ну они как бы сами видите, 67 мегабайт. Ну если больше, например, MP4 сделаете, здесь еще меньше будет. Вот видите, сразу тем лучше качество, тем она будет больше гигабайтов записываться будет. Ну вот так вот, 4К тоже, ну, в принципе, вот так вот. Ну, в принципе, все, подписывайтесь, не стесняйтесь. Я надеюсь, у вас получилось и все помогло. Всем пока, до свидания. Еще раз подписывайтесь, не стесняйтесь, делайте комментарии, пишите, может, чем-то еще помогу.